Привет, дружище! Wargaming выкатили новый ненумерованный набор от Twitch Prime под названием Zulu, который ты можешь приобрести только в течение 2 недель. В набор входит уникальный серо-фиолетовый стиль, прямой эфир навсегда, 50 ТП прототип, польский премиумный тяжелый танк 8 уровня в аренду на 14 дней, плюс временный слот в ангаре и 100% экипаж. Если он тебе понравится, можешь выкупить его с 15% скидкой. Пудель, премиумный танк 6 уровня, также в аренду на 2 недели. Танк сервиса Twitch King Tiger захваченный аж на 30 дней. Также танковый премиум аккаунт, 20 задач на X5 опыта, эмблему почетный стример, куча резервов, пособий, чертежей, расходников и допайков. Все это находится по ссылочке в описании. Хоба! Приветствую всех, уважаемые подписчики и новые зрители, вы на канале NieRU, и буквально только что мне на пресс-аккаунт начислили 2 танка за экспедицию. Это акционные машины с бесконечной ремкой, вот, 9 уровня, это французский ST Char Future 4, а также советский тяжелый танк Объект 777, вариант 2. Эти 2 танка вы можете получить, если вы играете в линию фронта, плюс стального охотника, и какое-то количество жетонов там зарабатываете, и, соответственно, их потом обмениваете на танк. Поэтому это первый тест вообще этих танков на основе. Сегодня мы будем с вами лицезреть Объект 777 вариант 2. Эту машину многие ждут, поскольку это советский тяж, и у многих прокачанные экипажи, и вы готовы как раз таки посадить его на эту тачку. Плюс она необычная, она максимально необычного концепта, то есть это у нас не заднее расположение башни, а и не переднее расположение башни. Это наоборот, знаете, такое центрированное, точно такое же, как у нас на 113-м тяжелом китайском танки. Башня стоит вот прям идентично, а корпус такое чувство, как будто от польского тяжелого танка 50 ТП прототип. Вот такое вот у меня личное ощущение, что это вот смесь, гибрид некоторых машин, вот 50 ТП прототип. А вот у вас Объект 777, вариант 2. Ну вот вообще почти идентичный, только здесь башня от Т-10, такое чувство. Вот, в первую очередь мы будем рассматривать пушки этих машин, как я уже говорил. Здесь у нас 122-миллиметровка М62Т2 стоит стандартно на этом танке. И, соответственно, будем мы его сравнивать с пушкой от Т-10. У них одинаковый урон с выстрела, 440 единиц, одинаковое бронепробитие как голдой, так ББшкой, так и фугасом. 258, 340 и 68 миллиметров, соответственно. Скорострельность у нас на пол выстрела в минуту медленнее у Объект 777 вариант 2, то есть перезаряжаемся мы где-то в районе 11 секунд, если мне не изменяет память. Давайте посмотрим. Да, действительно, 11 секунд у нас перезарядка. Вот, точность на 4 сотых хуже, 0.42 против 0.38 от Т-10, а время сведения одинаковое. Но здесь самое важное, как показывает практика, учитывая бачата Бурасика, учитывая двустволку веток, это стабилизация. Насколько хорошая или плохая стабилизация у этого танка. Учитывая то, что, кстати говоря, у нас бесконечная ремка большая, мы можем постоянно иметь плюс 15% к скорости ремонтом вот модулей, то есть на катках мы будем меньше стоять. Минус 6 углы вертикальной наводки у этого танка, у Т-10, у 705 и у 257 по минус 5, у нас минус 6. Но учитывая то, что у нас центральное расположение башни, это нифига не минус 6 градусов, потому что чаще всего вы будете выезжать, и если будете пытаться играть с рельефа передними катками, как это и было на 113-м, и будете получать в эти катки. Но здесь есть одна фишка. У этого танка корпус начинается со 2-го катка. Именно поэтому можно разводить врагов на передние катки, становиться на эти катки, разводить их на выстрел. Они будут давать вам выстрел в передние катки без урона. Без урона вы будете тратить большую ремку, выезжать и давать выстрел. И после этого уже поворачиваться бортиной. Давайте посмотрим теперь на бронирование этого танка. Мы уже поняли, что пушка долго перезаряжается, она косая, но нужно смотреть на стабилизацию уже непосредственно в бою. 1850 хп у нас, у Т-10 1800, 257 2900. У нас нечто среднее. Вот, 258 миллиметров бронирования башни. Щеки башни находятся не под такими дикими углами, как кажется, поэтому в щеки можно будет спокойно пробивать этот танк. Я думаю, в лючки он тоже будет спокойно шиться, а вот крыша здесь под вопросом. Плюс еще ко всему непонятно, будет ли этот танк пробиваться в шов под башней. Скорее всего, будет, если я вот сейчас так смотрю. Да, скорее всего, под шов будет пробиваться, нижний лист у нас картонный, поэтому зачастую нужно будет играть от
бронированного борта, который у нас здесь 115 миллиметров, у Т-10 120, но здесь он спокойно пробивается в катки, этот Т-10, и здесь нужно немножко на другое смотреть, нужно, наверное, даже модель рассматривать, но 115 миллиметров бронирования борта, по идее, должно хватать, но я так понимаю, это верхняя часть борта, а не нижняя. Опять же, надо смотреть, насколько эта машина будет хороша или плоха. В принципе, изначально вроде бы неплохо, но нижний лист, центральное расположение башни от УВН вы играть точно не сможете, скорее всего, только на плоскости. Вот, и тогда будет, в принципе, окей. Но точность пушки сомнительная, но это мы посмотрим в бою. 40 км в час у нас скорость вперед, 15 км в час назад... 15 лошадиных сил на тонну, машина, по идее, должна быть быстрая, незаметная, стандартная, и танк косой, 380 метров обзора, поэтому ничего тут сказать не могу, танк косой, танк слепой, танк со стандартной незаметностью, танк быстрый и вроде бы бронированный. Давайте отправляться в бой. Вот знаете, мне всегда нравится играть в игры или смотреть фильмы под попкорн или чипсы, потому что так ты получаешь двойную дозу удовольствия через глаза и рот. Видео создано при поддержке Pringles, самых крутых чипсов по своей текстуре и вкусовым наборам. У ребят стартовала акция, в которой вы, приобретая любую банку Pringles в сетях Перекресток и Карусель в России и зарегистрировав чек на сайте Level Pringles с 13 марта по 15 апреля, получаете гарантированный приз 75 голды World of Tanks. А также можете принять участие в ежедневном и еженедельном розыгрыше 2500 голды месяца премии и прем-тяжа Т-34. Подробности на сайте Level Pringles. Ссылочка в описании. В прямом эфире в лайв-режиме показываем вам абсолютно все. Будем смотреть на этот танк, тестировать его, потому что сейчас мы отправляемся в неизвестность. Помните того самого белого кролика из сказки Алиса в стране чудес? Вот мы примерно точно так же прыгаем в неизвестность, в нору к этому белому кролику, а именно в кровожадный рандом, и сейчас будем тестировать этот танк. Честно, у меня такие пока впечатления от этой машины, это без предварительных тестов, потому что я еще не играл на этом танке, никто на нем не играл. То, что эта машинка... О, кстати говоря, кто-то на Char Future играет и, походу, его тоже тестит. Интересно, кто это на Char Future играет? Какой-нибудь, наверное, Evil Granny или Amway. Даже не знаю, кто. Ну ладно. Кстати, можем спросить. Ты кто? Char Future. Ну, смотрите. По стабилизации, что можно сказать? Стабилизация посредственная. То есть машина поворачивается медленно влево-вправо. Стабилизация посредственная, но танк быстрый. Это уже радует. Вот, по крайней мере, меня это радует. Машина быстрая. Давайте дадим блайнд. В MX-AC-48 закидываем первый шот. Char Future уже начинает разряжать свой барабан по бачату 25 ТП. Ну и мы постараемся, естественно, дать бульдожку. Нет, не попадаем. Здесь мало места, и поэтому поехали вниз. Отправляемся вниз, будем против 257-го играть. Машина быстрая. Она маленькая. Силуэт у нее крошечный. Вертуха прям хорошая. Добротная советская вертуха работает у этого танка. Это прям железно. Что говорится. Так, да, я тут получил. Но надо дать один выстрел в бачата. Сводится долго. Сводится прям долго-долго танк. Не, стабилизация плоховатая. Не такая, как у двустволок. Стабилизация все же плоховата. Давай попробуем дать этому пацану в дыню. В башку. Нет, не пробивается он. Попробуем сейчас протестим голдой. Меня пробьет или не пробьет. Как раз бошку протестируем ему. Так, в шляпу мы ему вроде бы долбанули. Надо попробовать теперь объехать. И... оп, 1390 не слиться бы. Так, давай наверх проедем. У нас тут Char Future. Попробую сейчас наверх заехать. Протанковать этому Char Future
257-го. И после этого уже отправляться вперед. Так, здесь конник. Ага. АМХСС-48. Получаем мы выстрел. Но сейчас будем в спину заезжать. Он бортины пытается танчить. Но не буду я ему мешать. Или это он мне хочет отдать место. Ну, стреляй. Давай я тогда в него покидаю. Максимально долго сводимся. Выдаем выстрел. Выстрел я дал. И попал. Так. Союзничку немножко заблочил. Прострел. Перезарядка очень долгая у танка. Прям реально супер долго. Перезарядка у машины. Артиллерия больно бьет. Давай попробуем танкануть в каток. Так, отлично. Выкатываем, забираем. 90. Танкуем. И, наверное, отправляемся дальше за СУ-130ПМ. Ну, машина быстрая. Это факт. Ну, говорю, тут кто-то со мной играет на этом чар-футюре. Весь урон у меня тырит. Пока непонятно, что ждать от этой тачки. Но смотри, в НЛД пробиваемся ББшками. Вообще без особых проблем. Арта очень больно бьет фугасом. Кто меня там еще покоцал? В бортину дал АМХСС-48. Пробил меня также в борт. Друган тут наш на коне. Ну и в принципе все. Ну, первый бой так себе. Забираем. И летим дальше. Может, арту еще одну добью. Так, даем выстрел в арту. Ну и у нас заканчивается первый бой. Так, 2500 урона. Но здесь был топ списка. Мы вообще не стояли ни в какой позиционке. И просто 24 на 7 куда-то ехали, с кем-то перестреливались. В таких боях лучше Т-10 подходит. Или 257. Но у этого танка очень плохая стабилизация. Вот, относительно того, что вот мы делали, стабилизация реально плохая. Мне не нравится. Очень плохая стабилизация, долго сводится, плохая точность. И, ну вот, пока по этим трем параметрам посредственная машина, она быстрая. Брони я как таковой пока не ощутил, потому что я под всех подставлялся бортинками, да. И тут объективно оценить силу брони тяжело, тяжело у этого танка. Нужно стоять перестреливаться с кем-то, и только тогда мы поймем, что же происходит с этой машиной. Так, отправляемся во второй бой. Играем мы здесь на карте Утес, без артиллерии. Против нас конь, Е-75 из тяжей. Из быстрых танков это Бача 430. Скорее всего, они поедут на вторую вертикаль, на третью, и будут разносить нас в бортину. Но поскольку машина достаточно быстрая, опять же, это не Т-10. Если у этого танка нету брони, то единственная его фишка будет только в том, что он акционный. Если у него нет брони, то Т-10 будет намного лучше прокачиваемый. Но стабилизация мне пока очень не нравится. Ну, то очень долго сводится машина, стабилизация посредственная. Ездит быстро, это круто. Очень быстрый. Быстрый, маленький. И здесь нужно играться корпусом очень хорошо. Влево-вправо двигать, влево-вправо, чтобы разводить врагов. Бортину пока не протестировал. На горку, я думаю, навряд ли кто-то поедет. А нет, поехал. Ну смотри, вроде выстрел залетел, повезло. Можно в центр, конечно, подъехать, попробовать в центре подраться. Да, наверное, поехали в центр карты, подеремся. Сейчас возьмем немножко левее и по диагонали вправо будем ехать, двигаться. Чтобы нас не пробили. Вертуха-то советская, какая жесткая! Матерь божья, что ж творится, что ж творится? Вот это советский вертуха.
А чё-то по немецкому танку сейчас не зашел. По французу зашел. А вот по немцу не зашел. Чего? Не нравится мне это. Опа. Ага. Здесь у нас конвей. И лорка. Лору я не пробью. Конкерера, скорее всего, тоже. Можно попробовать снизу выйти. Лорку продамажить здесь. Но не факт, что это хорошая идея. В центре карты очень много танков. Опа, смотри, кого нашел. Сводимся. Ну, сами можете заметить, сводка очень долгая. Поджог еще дал. Здорово. Пока плохо видно врагов. Ну, УВНы плохие. Ну вот, проблема. Центрального расположения башни. Ребят, я думаю, вы и так уже видите. Центральное расположение башни, оно просто не позволяет вам адекватно опускать ваше орудие. Из-за чего возникает как раз-таки та самая проблема, о которой я говорил. Вроде углы вертикальной наводки есть, а вроде их и нет. То есть они есть, вот... Чисто так, символически. А на самом деле их тупо нет. Этих углов вертикальной наводки. Попробую забрать. Забираем машину. Надо откатиться назад. Потому что там 430-й. Плюс лора здесь. Ну, вертухи хорошие машины вписывают. А это мне нравится. Вертухи прям вообще нормальные. Достойные. Достойные вертухи советского танка. Так, теперь я бы, честно говоря, перекатился бы к 430-му 44-е агрессивно и постарался бы их запушить. По идее, у меня должно получиться это сделать. Да, меня бычат в спину просвечивает, но я уже заехал к ним. Нет, здесь не получилось вертухан дать. Забиваем на этого пацана и едем сразу же на Скорпиона. Добью, надеюсь, его. Так, Скорпа добиваем. Там справа танки могут быть. И конь. Ну, давай попробуем против коня подраться. Так, вроде бы попал. Поехали дальше чуть-чуть. Проедем. ББшка у меня пробивает. Хорошо. Лора. Чариотер. Так, лору убили. Скорпа мы тут не видим пока что. Надо за 430-м ехать. Вот. Скорп. Пушка не опускается, как вы сами можете заметить. Блин, не, вертуха здесь просто лютая. Господи, я столько выстрелов уже с вертухана попал. Гасик. Так. Хорошо. И в лору закидываем. Найс. Ну, теперь за маяк. 5300 урона дал. 0 урона по мне дали. 0 урона нанесли. Скорость реально решает. Прям кайф. Он маленький, агрессивно можно играть. И настреливает дофигища урона. Ну, сейчас попробуем против Е-75-го подраться. У него вроде бы хп еще много, как и у 112-го. И я ближе всех к ним нахожусь. Но мне нравится машина. Неплохая. Смотри-ка. Е-75-й меня пробил. Куда? В НЛД. Давай попробуем сейчас сильно передовернуть корпус. Смотри. Пробили в каток. Сейчас. То есть не так просто здесь драться. Давай попробуем довернуть еще жестче угол. Ну вот смотри. Ну, я очень сильно доворачиваю и все равно пробивает. Ну вот сейчас танканул. Короче, на этом танке нужно обязательно, ребят, танцевать. Именно танцевать корпусом.
потому что иначе не получится. Обязательно танцевать нужно. Влево, вправо, влево, вправо. А что у него по... Не, он не тяжелый. Не тяжелый танк. То есть не получается. Просто брать, ехать вперед и таранить кого-нибудь. Надо... Давай воинов заберем. Забрал. Ну, перезарядка долгая. 7 фрагов уже, между прочим. Да, 7 фрагов, 6500 урона. Короче, мужики, я вам скажу так. Танк, в принципе, окей. Стабилизация дерьмо. Точность дерьмо. Время сведения дерьмо. Скорострельность дерьмо. То есть пушки у этого танка нету, кроме пробития. Пробитие альфа есть у этого танка. Скорость крутая. Брони... Я не чувствую у него брони. Вот, то есть я пытаюсь здесь что-то танчить и так далее, но тут нужно смотреть уже непосредственно от рельефа. Как-то машина играется, но от рельефа тяжело. Углы вертикальной наводки плохие у танка, не хватает. От бортины, где-то от рельефчика, там, ползать, перестреливаться против танков 10 уровня, эта машина, мне кажется, будет неплохая чисто за счет пробития. Вот, и за счет скорости. Но говорить о том, что это танк такой хороший, например, как AE Phase 1, AE Phase 1 был намного лучше, по моему мнению. Во-первых, у него УВНы были очень крутые у этого танка, вот. Ну, правда, у меня его почему-то здесь нету. Вот, у него была плюс-минус более точная пушка, то есть там 0.4 разброс, а здесь 0.42. И у него точно такое же пробитие было, при том, что еще скорострельность была хорошая. Короче, мне AE Phase 1 больше нравится. Объект 777 пока мне не очень заходит. Хоть я и настрелял, типа, какие-то, видите, хорошие там результаты. Но пока танк очень выглядит посредственно. Что вы думаете об этой машине, учитывая вот то, что мы сейчас увидели? То, как мы поиграли на этом танке, пожалуйста, в комментариях. Вот, не забывайте подписываться на канал, также прожимать свои сочные жирные лайки. С вами был я, Нерью. Всем пока-пока. До дэмэдж.